На хвалі COVID-19 новая хваля коронавируса імкліва і моцная. У паўночным рэгіёне зноў рыхтуюць дадатковыя ложкі для хворых. Разарваць ланцуг распаўсюджвання коронавируса дапаможа вакцинацыя, упэўнены і заклікаюць спецыялісты. У Віцебскай вобласці каля 170 тысяч чалавек, гэта больш за 15% жыхароў рэгіёна, прайшлі поўны курс вакцинацыі ад коронавірусной інфекцыі. І больш за 19%, звыш 216 тысяч чалавек, атрымалі першы кампанент вакцыны. Рэанімацыю у Витебской городской клиничной больнице хуткой медицинской допомоги наведала Юлия Устинова. Пациентов все больше. Яны молодейшие, чем у минулой хвали. Хвороба развивается хутка и протекает больше тяжко. Так коротко и емко характеризует эпидемиологичную ситуацию на передовой. Зараз у больнице хуткой медицинской допомоги 350 пациентов с коронавирусом. Зразумела, их колькость постоянно изменяется. Усе тяжкие выпадки, хворые, которые потребуют штучной вентиляции легких и интенсивной терапии, это невакцинованные пациенты. Те, кто по неких причинах не поспели дать своему организму додатковую оборону от инфекции. Эта волна идет более интенсивно. Заболеваемость растет, скажем, геометрическими темпами. Вот. Если говорить по возрасту, как бы все возраста поступают, но можно отметить тенденцию, что больные помолодели. Если говорить про прививку, делать или не делать, однозначно делать. По общей статистике я сказать не могу, но по срезу, который к нам люди поступают, мы видим, что есть вакцинированные, которые заболели, но их процент ничтожно мал. Так, и, как правило, они уже вакцинировались, когда уже болели в латентном или инкубационном периоде. После невеликого перапынку летом отделение больницы оказывали допомогу по своих профилях. Знов иде перапрофилирование под потребы ковид-пациентов. Услед за терапевтичным у ковидные шпитали поступово переходит акушерский корпус и хирургичный. Пациенту переводят у иншие медустановы. У больницы хуткой медицинской допомоги 540 ложков, палаты интенсивной терапии и 42 реанимационные места предоставляют для лечения хворых на коронавирус. Тот дом у нас уже занят ковидными больными, терапевтический корпус тоже занят ковидными больными. И сегодня мы освобождаем хирургический корпус. Значит, у нас всего будет развернуто 42 койки реанимационные, обеспечены кислородными точками, дополнительно 28 кислородных точек. Есть у нас кислородные концентраторы, средства индивидуальной защиты в достаточном количестве. Буквально сегодня мы еще дополнительно приобретаем 4 монитора пациента. Получили 26 реанимационных кроватей, каталог. Ну, постепенно мы наращиваем свой ресурс, материальную базу. Особливые прикметы коронавируса зараз – высокая температура, задышка, кишечное проявление инфекции. Ускладнение, як пошансуе. Однако минимизовать риску захворить, теперь нести хворобу больше легко, можно. Вакцина от коронавируса доступная на выбор – российская и китайская. Зарабить прышчепку сегодня можно навод у буйных гандлевых центрах и на предприемствах по заявках и у кожной поликлиницы. Юлия Устинова, Александр Рындин. Новини. Витебск.